Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приглашаю вас на урок церковно-славянского языка. Наше занятие мы, как всегда, начинаем с молитвы к Богу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Друзья, сегодня я расскажу вам о древнем существительном «сень». Это маленькое слово с древней историей имеет несколько близких друг к другу значений, каждое из которых интересно нам по-своему. «Сень» – это слово пишется через букву «ять». Как же? Оно нам знакомо, скажете вы. Точно. Слово «сень» употребляется и в современном русском языке, но только в одном из древних значений. Для нас сень – это прежде всего навес, покров. Например, мы говорим «под сенью деревьев». А вот для церковнославянского языка это значение далеко не единственное. Сень в древних книгах – это прежде всего тень. Например, в «Деяниях апостолов» рассказывается о чудесах, которые творили апостолы, и о том, что люди, прослышав о них, выносили больных и клали их на улице. «Да грядущую Петру поне сень его, осенит некоего от них». То есть, чтобы, когда Петр будет идти, хотя бы тень его осенила, покрыла кого-нибудь из них и исцелила. Смотрите, здесь же, в этом предложении, есть и однокоренной глагол «осеняти», то есть покрывать своей тенью, затенять. Есть и однокоренное существительное «осенение», то есть затененность. Уже в древности слово «сень» стало употребляться и в переносном значении. Например, в службе об усопших есть такие слова: «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние». То есть поистине все суета, а жизнь земная – тень и сновидение. Смотрите, здесь слово «сень» звучит уже в переносном смысле. Жизнь земная – только тень, неясный образ и мечта о будущей жизни вечной, жизни в небесном царстве у Бога. И глагол «осените» позже тоже стал употребляться в переносном значении, то есть защитить, оградить. «Сила Вышнего осенит тебя». То есть сила Вышнего Бога защитит тебя. А еще говорят: осенить себя крестным знаменем, то есть положить на себя знак, благословляющий образ креста. А теперь давайте назовем еще одно слово, родственное существительному «сень». Оно удивительное. Включает в себя целых три корня. Это прилагательное «благосеннолиственный». Вот какое длинное. Чаще всего так говорится о дереве с богатой листвой, которая дает хорошую густую тень. «Радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози». Так воспевается Богородица в Акафисте. «Радуйся, дерево с прекрасной листвой, под которым укрываются многие».
Богородица, наша защитница, сравнивается с прекрасным деревом, в тени которого можно укрыться от зла и от житейских бурь. Сень как защита, покров. В таком значении это слово тоже очень часто звучит в Священном Писании. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие». То есть «помилуй мя, Боже, помилуй меня, ибо на тебя надеялась душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, пока не пройдет беззаконие, несправедливость». Итак, ребята, сень – это и тень, и покров, и защита, и, как в современном языке, навес, шатер. Помните, как на горе Фавор, где было преображение Господа, апостол Петр сказал ему: «Господи, добро есть нам, сде быти, аще хощеши сотворим сде три сени». То есть: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три шатра». Как вы заметили, друзья, в этом примере из Евангелия слово «сень» употребляется во множественном числе. Кстати, именно так во множественном числе оно звучит иногда и в современном русском языке. И обозначает при этом не много, а один предмет – сени. Это слово вам ничего не напоминает? Ну, конечно. Ребята, которые часто бывают в деревне или живут там, знают, что в деревянных домах есть особое крытое затененное помещение между жилой частью дома, избой и крыльцом. Оно так и называется – сени. Вот таким многозначным словом оказалось маленькое существительное «сень». Будьте внимательными даже к знакомым словам, ребята, и почаще заглядывайте в словарь. Вы узнаете много интересного. Ну, а теперь пришло время прощаться. До следующей встречи, друзья, и да хранит вас Господь!